Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые телезрители и телезрительницы. Вы удивлены? Скажите, а вы любите смотреть телевизор? Не слышу. Любите смотреть телевизор? Ну, тогда вы телезрительницы и телезрительницы. И я вас приветствую, приветствую как телезрители и телезрительницы. Скажите, а кино вы любите? Да? Ну вот, значит, вы еще и кинолюбители, и кинолюбительницы. И это здорово. Ведь что такое кино? Это окно в мир, с помощью которого мы можем стать лучше и добрее. Учиться и познавать мир, расширять кругозор и просто можем развлекаться. А знаете, друзья, как и когда возникло искусство кино? Помните? Нет? Еще бы. Вы же тогда еще не появились на свет. Вот если бы вы родились в тот же год, что и кино, вы бы праздновали свой 121 день рождения. Кто может быстро сосчитать год рождения кино? Так, вариантов нет. Правильно. 28 декабря 1895 года в Париже на бульваре Капуцинов братья-изобретатели Огюст и Луи Люмьер устроили первый киносеанс и продемонстрировали фильм «Выход с завода». Во время просмотра фильма «Прибытие поезда» зрители вскакивали с места и бросались прочь от экрана. Предупредите, что звука тогда не было, а изображение было черным-белым. Музыка была необходимой, и это ясно чувствовали и зрители, и администраторы первого кинотеатра. В 1927 году кино стало звуковым. Сначала в Америке, а в 1931 году в России герои заговорили, и звуковому кино еще больше стала нужна музыка. Практически в каждом кинофильме мы слышим музыку. Перед композиторами, писавшими и пишущими для кино, открываются новые пути, ставятся нелегкие задачи. Им нужно услышать своих героев, найти круг интонаций, подходящий облику и характеру этих героев, найти свою прекрасную, яркую, неповторимую музыку. Я предлагаю вам, дорогие друзья, сесть поудобнее в креслах и наслаждаться. Потому что сегодня на нашем концерте будет звучать музыка кино и будут звучать ваши любимые добрые песни. На сцене Евгений Габов. Внимание! Говори, Москва! Внимание! Thank you.
слепота. Конечно, особое значение в российском кинематографе имеют фильмы для детей и юношества. Никто не сомневается в том, что дети любят кино. Наверное, нет на свете ребенка, который бы сказал: «Я не хочу смотреть фильм». И кто хоть раз смотрел их вместе с детьми, знает, как чутко дети воспринимают прекрасное, как верят всему, что происходит на экране, как загораются их глаза то гневом, то радостью. Советская кинематография для детей – самая крупная в мире. Уникальное явление, порожденное социалистической культурой. Сколько бы ни было создано хороших фильмов в капиталистических странах, как бы ни были они порой поразительны по коммунистической направленности и юмору, это всего лишь отдельные удачи прогрессивных художников. Детское же кино в нашей стране – это целая система творческих, промышленных, прокатных организаций, свыше полувека систематически выпускающих фильмы для детей разных возрастов. Советская детская кинематография – искусство, не отрекающееся от педагогики, не обитающее ее как нечто ему противопоказанное, а напротив, вдохновленное благородными и высокими идеями. Великие традиции наших классиков литературы и прекрасная советская детская литература создают детскому кино ту благодатную почву, на которой могут вырасти самые гуманные и самое лучшее произведение искусства. Дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вам прослушать песню из музыкального кинофильма «Сезон чудес» режиссера Георгия Юнгер-Хилькевича по повести Сергея Абрамова «Потому что потому». Композитор Юрий Чернавский, автор текста Леонид Дербенев. А исполнит эту чудесную песню Алька Саргитян «Белая дверь». Мелом дверь нарезала.
новогодний музыкальный комедийный фильм. Киносказка режиссера Константина Промберга по сценарию братьев Стругацких. Фильм снят в Советском Союзе в 1982 году, и премьера его на центральном телевидении состоялась вечером 31 декабря. Композитор Евгений Крылатов, текст песен Леонид Дербенев, музыкальное сопровождение, вокально-инструментальный ансамбль «Добрые ребята», «Добрые молодцы». Сегодня же эту замечательную песню исполнит юная солистка нашего городского центра культуры и досуга, солистка вокальной студии «Подснежник» Полина Еремеева. «Веселый ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта». Фильм снят по одноименному роману Жюля Верна, композитор, заслуженный деятель искусств Исаак Дунаевский, текст песен Василий Лебедев-Кумач. А исполнит сегодня песню из замечательного кинофильма Ника Николь Двинянина. Итак, «Веселый ветер».
детский музыкальный художественный телефильм под одноименной повести Сергея Абрамова. Фильм стал известен прежде всего благодаря прозвучавшим в нем песням композитора Юрия Чернавского и поэта Леонида Тургенева. Именно с этого фильма началась популярность Владимира Преснякова-младшего, спевшего от лица главного героя фильма этого песни. Итак, дорогие друзья, для вас поет Даяна Матинян «Острова». Так называется песня, которую исполнит Даяна. Больше всего нравится. Электроник, так. А помните фильм «Следы совершенства»? Да? Да, сейчас прозвучит песня из всеми любимого фильма «Мэри Поппинс. До свидания». Телевизионный художественный фильм, мюзикл режиссера Леонида Квинихидзе по мотивам произведений Памелы Треверс и «О прекрасной Мэри Поппинс». Композитор Максим Дунаевский, стихи Наума Олева. А исполнит эту песню замечательная певица Алена Рыбалева. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука, биты зла, и нет числа, и нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель.
Счастье ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Разве он, когда придет пора ветра разлук, обид ветра? Сотни лет и день и ночь вращаются. Несомненно, самые добрые, самые веселые, самые любимые фильмы – это комедии СССР. С таким утверждением согласятся не только те, кто жил в этой стране, но также и более молодое поколение, для которых Советский Союз – это просто еще одна страница в учебнике истории. Есть в этих фильмах что-то такое, что позволяет смотреть их по несколько раз и при этом искренне смеяться над каждым смешным моментом и фразой. Правда же? Таким нестареющим фильмом можно отнести советский комедийный художественный фильм, снятый в 1965 году режиссером Леонидом Гайдаем «Операция И» и другие приключения Шурика. Фильм был лидером кинопроката СССР в 1965 году и имел большой успех. Его посмотрели около 70 миллионов зрителей. Композитор Александр Зацепин. А на сцене Евгений Габов. Постой, паровоз. Кондуктор, нажми. На глаза.
классикой советского кино можно назвать комедийный художественный фильм «Приходите завтра», поставленный в 1963 году режиссером Евгением Ташковым. Сценарий написан режиссером совместно с женой Екатериной Савиновой и отражает некоторые факты биографии актрисы. Ну, конечно же, великое, великолепное, яркое исполнение песни Фросы Курлаковой. Помните? Я думаю, что это исполнение запомнилось всем без исключения. Сегодня эту песню исполнит Полина Еремеева. «Вдоль по Питерской». Советской комедии. Первая из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Первая лирико-комедийная роль Любови Орловой. Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она демонстрировалась под названием «Москва смеется». Ну и, конечно же, все помнят песню в исполнении легендарного Леонида Утесова «Любовь нечаянно нагрянет». Да.
И сегодня эту песню исполнит замечательный певец Алексей Сивов. А помогут ему в этом замечательные ребята, которые танцуют в танцевально-спортивном клубе «Виктория». Давайте поприветствуем их аплодисментами. Приглашаю на сцену. Давайте поприветствуем дружными аплодисментами. Yeah.
прозвучала песня в исполнении хора «Ветеран» из советской музыкальной комедии «Кубанские казаки», снятой на киностудии «Мосфильм» в 1949 году режиссером Иваном Пыриевым по сценарию Николая Погодина. Текст песен Михаила Исаковского, а музыка Исаака Дунаевского. Следующий фильм, о котором мы вспомним, один из самых любимых и кассовых фильмов СССР. Девчата, советский комедийный художественный фильм, снятый в 1960 году режиссером Юрием Чурюкиным по одноименной повести Бориса Бедного, композитор Александра Пахмутова, текст песен Михаил Матусовский. А исполнит песни из этого кинофильма фолк-группа «Мирослава». Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселый глаз, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, бежит дорога наша, и не видно ей конца, и вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца, и вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И рано на рассвете, и после трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было скучно, наверное, на свете без девчат. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселый глаз, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Потому что вы пилоты, небо ваш родимый дом.
птицы, только быть ваше днем нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что вы пилоты, небо ваш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Девчонки исполнили песню из советского музыкального художественного фильма «Небесный тихоход». Поставлен этот фильм был в 1945 году режиссером Семеном Тимошенко, автор текста Алексей Фатьянов, композитор Василий Соловьев-Седой. Ну и один из самых популярных фильмов 50-х годов «Весна на Заречной улице». Советский художественный фильм, снятый в 1956 году режиссером и Феликсом Миронером и Марленом Куцеевым. Композитор Борис Макроусов, текст песен Алексей Фатьянов. Ну а исполнит песню из этого кинофильма наш прославленный хор русской песни «Прикамские узоры». Oh,
волнением хором звучала песня из кинофильма «Любовь земная». Режиссер Евгений Матвеев. Это социальная мелодрама по мотивам романа Петра Проскурина «Судьба». Композитор Евгений Птичкин, текст песен Роберт Рождественский. Фильм снят в 1974 году о событиях в стране до страшной войны. Режиссеры часто возвращались к героическому прошлому нашего народа. «Тегеран 43». Совместные фильмы СССР, Франции, Швейцарии, Испании, 1980 год. «Детектив» – фильм совместного производства с советскими звездами и звездами мирового кино. Действие картины развивается по двум сюжетным направлениям – в 1943 году и в 70-е годы. Песня «Вечная любовь», музыка Жоржа Дюрана Гарвалинца, стихи Шарля Азнавура исполняет Алексей Сивов. Вечная любовь. Вечная любовь, верны мы были ей, но время злобное памяти моей, чем больше дня, глуша равня. Слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй, и все тянется на дно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда Yeah.
исполнении Алексея прозвучала песня из легендарного и всеми любимого фильма с участием Василия Лунового «Офицера». Фильм снят в 1971 году режиссером Владимиром Роговым. Инициатором создания фильма был тогдашний министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко. И слова «Есть такая профессия – защищать Родину» были сказаны именно им. Фильм заказывался как рассказ о нелегкой жизни офицерских жен, но вышел далеко за поставленные задачи. «Станица» – телесериал, современный телесериал, именно сейчас о нем мы поведем речь. Режиссер Владимир Шевельков. Этот фильм основан на реальных событиях в станице Кущевской. Ну а песню из этого телесериала исполнит Елена Хайдарова. «Любимый мой». Белая, белая не горит. Ой, ночи темные, да горячи объятия. Сердце, как девичья, ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею, братья. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да огонь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба, но вместе мы с тобой. Любимый мой, любимый мой. Таковы до самой до зари. Долго и коротко, а на двоих дорога. Сердце доверище ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Квартет «Трое против Бори». В исполнении квартета прозвучат песни из кинофильмов «Вам и не снилось», старые песни о главном и стиляги. Ветер ли старый имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня. Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я улетаю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили год, мили друг мой, прощай. Ты несешь тебе.
Еще песня из одного музыкального фильма «Стиляги», из фильма «Стиляги». Ребята из кинофильма «Веселые ребята». Это глубоко символично, потому что, я уверена, на сердце у вас сейчас легко от добрых, родных и хороших песен из любимых кинофильмов. Марш «Веселых ребят». Yeah.
Ведь мы такими родились на свете, что не сдаются нигде и никогда. Нам вместе строить и жить помогать. Снежник Алексей Лисимов. Спасибо. Вот и подошел к концу наш концерт. Увлекайтесь кином, слушайте и пойте добрые, хорошие песни. Ну и, конечно же, до новых встреч!